Действительно ли выплата, выдача закят аль-фитр деньгами, то есть ты выплачиваешь ее бумажными деньгами, потому как некоторые говорят, что в этом большая польза для бедняков, чем выплата, выдача риса, мухи, или пшеницей, или изюмом, или сухими финиками, или чем-то иным. Мы скажем, что основой является то, что мы выплачиваем закят аль-фитр так, как его выплачивал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Выплачивая его распространенными продуктами, ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что он пропитание для неимущих.